Всем привет! С вами Маша Смолот, и сегодня я покажу, как я буду пытаться сделать с помощью новых инструментов подставку под вот этот стеклянный купол. Мама меня попросила сделать. То есть моя задача из деревянной подставки. Во-первых, я вырежу диаметр подходящий, потому что заготовка была только 20-сантиметровая. Кстати, она куплена в Леонардо. Это липа. Я сейчас сделаю, наверное, отступ где-то, наверное, сантиметра будет достаточно. С помощью лобзика вырежу, постараюсь как можно ровнее вырезать круг. Во-первых, у меня есть дремель, гравер, и для него есть приставка фрезера как ручного, так и настольного. Значит, сначала я попробую сделать по диаметру такую выемку, чтобы не скользила крышка, то есть, чтобы она немножко утапливалась. Это будет либо выемка, такая бороздка, чтобы крышка туда вставлялась. Либо же я фрезером выберу прям всю окружность. Не знаю, посмотрим, как пойдет, потому что я буду использовать первый раз. Может быть, у меня ничего и не получится. Вот. Ну, если закосячу, у меня есть еще две заготовки, но, надеюсь, нет, потому что жалко дерево. А здесь еще такой момент, что мне не нравится. Здесь такая пипка, она очень скользкая, и я думаю, что это не очень практично, потому что уронить и разбить ничего не составит труда. Поэтому сюда я, скорее всего, у меня есть такие брусочки. Я просто отпилю, отрежу лишние углы. Ну, в общем, сделаю какую-то приятную форму и дрелью просверлю. Если я, конечно, найду такую огромную дрель. Точнее, не огромную дрель, а огромное сверло. У меня для дерева нет таких больших. Ну ладно, что-нибудь расточу в любом случае. Короче, что-нибудь приду. Я думаю, пора начинать.